Привет всем, привет всем, привет, 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 привет. С вами Лига Music Wars, ребята. Сегодня у нас небольшой разборчик. Обычно вы знаете, что я пересматриваю всякие разные вещи. То есть, а сейчас мы будем разбирать тактику, ребят. Тактику на музмехах. В общем, какая ситуация у нас? Я буквально вчера, получается, попадаю на норму. На норму, получается, к моему другу Максу. И странным образом, получается, он ведет ее в 6 титанов. То есть, ну, как бы 9 человек, как стандартно, все, но ведет ее в 9 титанов. И я хотел бы, ребята, получается, с вами поговорить по поводу того, как проходить нормы. Сейчас мы рассмотрим несколько тактик, которые выигрышные. И небольшие нюансики, я сейчас буду все описывать. Ну вот, давайте начнем. Это моя первая, ребят, тактика. Я считаю, что выходить, получается, с ней проще всего. Итак, значит, мы берем два титана, два основных, то есть, которых ставим их по отдельности желательно и ставим их подальше. На всякий пожарный, если будут личинки там, еще что-то. Дальше, ребят, мы берем, соответственно, 5. У нас 5-5 сазидов. Это как бы, ну, норма. И так положено. И берем 2 руха. Это одна из тактик. Такое, чтобы можно было выходить. Получается 9 человек. Ну, все нормально, адекватно. Можно как бы в таком виде, можно сражаться. У вас получается титаны держатся. Плюс они... При попадании в засаду с механоидами, где механоидов, ребят, больше 2, ну даже больше 1, все равно 2 титана, если они грамотные, они вас вытянут. Соответственно, 5 сазидов вылечивают вообще все, вообще поголовно, даже если будут 3, получается, цветка, все хорошо проходит. Рухи являются основной завершающей частью. Тут надо смотреть, ребята, как оно пойдет, но они нужны именно под конечный удар на самом, получается, боссе. Вторая тактика. Вторая тактика у нас связана также, ребята. Я иду, как и всегда, иду в 2 титана. То есть я не меняю свою. Но, однако, ребята, здесь я беру 4. Ребята, 4 я беру всего сазида. И 3 руха. Я рассчитываю на быструю концовку. То есть здесь что происходит? Если в предыдущей тактике мы дрались и нам нужно было выбивать, соответственно, где-то 30%, 40% оставлять, так как у нас 2 руха, здесь нам надо оставить всего 70% и, соответственно, снести его просто волнами. Спрашивают, что по расходу, ребята, должны быть такие вещи. Должна быть хотя бы 1 волна у рухов у 3. Хотя бы 1 полный заряд обязательно на последний удар. По 1, ребята, фазеру для, соответственно, сазидов, потому что он нужен. Но все зависит от того, сколько количество засад. Ну, это примерно так. Дальше, ребята, следующая тактика, третья. Третья тактика у нас это... Выход получается в 1 титана. Это более сложно. То есть 3, ребята, 3 у нас руха, соответственно, 5 сазидов, 1 титан. Очень сложная тактика. Здесь получается сазиды больше опыта получают, так как здесь им придется переманивать механоидов. Также рассчитано, ребята, как раз на тактику, ну, так скажем, быстро, если не будет засад. Если же будет хотя бы 2 засады, ребят, расход пойдет вообще с рухов только так вылетать. Ну и, соответственно, здесь сазиды, конечно, наберут намного больше опыта, как и титан. Потому что 2 титана все равно распределяют урон. Ну и давайте еще одну интересную тактику рассмотрим. Вчера я ее посмотрел. Это тактика от Макса, ребята. Она идет так. Это 6, ребята, 6 титанов. 6 титанов, 2 сазида и 1 рух. В общем, рух здесь забирает всю атаку, как таковую, на последнем боссе. Сейчас вот, давайте я вот день в краешке в конце запущу. В общем, примерно такая тактика получается. Но проблема в том, что если рух, ребята, то есть, ну, будет бить постоянно волнами, он, конечно, выживает, титаны выживают, так как они на него накладывают щит.
но созиды погибают. То есть просто вылетают, и, соответственно, вся тактика здесь сводится к поеданию аптечек. Соответственно, нижние части у нас созидов, они мертвые, а рухи у нас живые. Но это рассчитано на одного, ребята, руха. Ну, в общем, тактику выбирать вам. Не забываем, для каждой тактики, которая у нас есть, нужен обязательно, ребята, четвертый или пятый байт. Вообще лучше пятым байтом идти, соответственно, усиливалка плюс 10 или плюс 25 для рухов, если они идут за ключами. Я прошелся несколько, ребята, с ложек и получил по 2 ключа серых, по 3 ключа серых или там один зеленый, один серый. Я лучше буду ходить на такие нормы и вытаскивать, ребята, от 4 до 6 ключей серых. Бывает такое, что вы вытаскиваете 6 серых и 2 зеленых и так далее, ребята. Тут смысл стоит в том, что вы получаете ключей больше. Есть более рисковая тактика. Вчера мне прислали, ребята, скрины от нее. В общем, для рекорда. Максимка у нас прошелся и BSDSM детка. Вот скринчик я тоже вам, ребята, оставил. Они прошли норму вдвоем. Ну, соответственно, попав на засаду, то есть пришлось потратиться. То есть там несколько волн, несколько аптечек, щиты. Не знаю, окупилось оно, не купилось. Ключей получилось, ребята, вот столько. Хотел именно и тем похвастаться. Ну ладно, ребят, смотрите, если у вас есть какая-то более-менее адекватная тактика, то есть внизу пишите. Я знаю, что можно пройти норму и в 6 человек, и в 5 человек, и в 7 человек, то есть там все зависит. Меня интересует количество расхода потраченного с количеством приобретенных ключей. Если я выхожу вот на Титане в 9 человек, ребята, я просто получаю, допустим, от 4 до 7 ключей и совершенно не затрачиваюсь. За исключением, может быть, одного фаза в конце. То есть это очень адекватная цена за такой поход. Если я же иду на сложку, там это все сложнее и тяжелее. Ладно, ребят, жду у вас комментариев, как вы ходите на такие нормы, ходите ли вы со спящими или ходите все-таки в 9 человек, как ходим мы. Ну и если вы хотите ходить на такие фармы, то есть можете создавать, ребята, какое-то определенное время и собирать в группах. Ладно, всем счастливо, всем пока.